Сегодня же Михаил Игнатьев подписал новый указ о Совете старейшин при главе Чувашской республики. Совет будет разрабатывать и вносить на рассмотрение руководителя региона предложения по основным направлениям общественно-политического и социально-экономического развития. Появление Совета старейшин призвано обеспечить преемственность поколений. Прежние руководители органов власти, организаций, предприятий смогут поделиться своим опытом с нынешними управленцами. Жители Чувашии всегда с особым уважением и почтением относились к людям старшего поколения. Вадачин, двадачин. Один пожилой человек стоит четверых, считали наши предки. Это народная мудрость. Была актуальна, сегодня тоже она актуальна. Исполнение указа, который вступит в силу через 10 дней, возложили на администрацию главы республики. Как сообщил ее руководитель Юрий Васильев, в новом совещательном органе будет примерно 15 человек. После вступления указа в силу начнется согласование кандидатур. Нам хочется ее обсудить со всеми, кто в этом задействован. И общественная палата, и госсовет, и сами ветераны. Но мы не скрываем, и вы прекрасно знаете, огромное количество людей, которые сегодня являются авторитетами в своей отрасли, мы хотим вот детально обсудить, чтобы каждая отрасль была представлена в этом совете. Сегодня могут выйти с предложениями и общественные организации, и предприятия, и учреждения, даже простые граждане.